Так, продолжаем. Бригады подрывников уже грузят вертолеты. Я и не думал, что доживу до второго этапа. Тише ты. Большинство наемников понятия не имеют. Лично бесшумное убийство. Не ожидал ее там найти. Она обрушила на нас целую гробницу. Она для него как бельмо на глазах. Кстати, эта Крофт все еще на свободе. Она еще нужна им живой? Уже нет. От нее одна головная боль. Что же они ее не убили, когда была возможность? Она ведь нам пригодилась. Привела нас... Эй! Нас атакуют! Прочесываем и ликвидируем. Погоди, я гляну. Площадка вертолетная. Вик, давай ты его потом достанешь. Подвеска. Мы стоим на пороге нового мира. Свет.
Винтовочный патрон. Я не умру в этой богом забытой долине. Так, это Анна. Моя вера сильна. В этот раз я смог подобраться ближе. Подумал, стоит разузнать для тебя что-нибудь полезное. А, так тут был Иона, получается. Вот что мне пока известно. Здесь проводят... Так он все-таки от них сбежал, что ли, получается? Просто так поставить. Мне это начинает надоедать. Подчинись Божьей воле! Если собрался читать проповедь. Иона! Так. Только наставили. Надеюсь, что он придет. Они оставили спокойный бейсболк. Нет, переходим к следующему этапу проекта. Готовьтесь к отправке. О, черт! Сюда! Да сейчас в этих киндерах что там, что попало. Сейчас даже что-то и, по-моему, серии-то не... Серии-то никаких нету, что-то так, что-то попадется всякой фигни. Всецело предан. Я восхищен. Правда.
Но у меня кончается терпение. Я не разрешаю брызгать ручью. Говори, что знаешь. Живо! Нет, на даче надо. Давай! Прошу, прошу, не надо. Не слушай его. Я всего лишь делал то, во что верил. Да ну мою, блин. Да ну чё, Леона, блин. Обыскать тюрьму. Убить всех. Мама! Давай, давай, давай! Дай мне обучку! Нету, Саша, нечего не просто. Прости. Надо было убить его. Конечно, надо было убить. Затупил. Ты не обязан. Прости, что втянула тебя в это дело. Думал угнаться за тобой. Они идут. Мы окружены. Хочешь сань соленый? На этот раз потом я тебя прикрою. Всем отрядом, во что играю, Саш? Называется Лара Крофт. Видишь, вот девушка. Мы почти на месте. Жень, не ищите в игроком, походу. Удерживать позицию и быть наготове, она опасна. Вас понял. Нет, нет, Риколечка, никаких жвачек. Лара, я знаю, что тебе нравится читать журналы по археологии, и очень хочу попросить тебя, если встретишь нелестные упоминания обо мне, не обращай внимания. Некоторые просто не понимают, чем я здесь занимаюсь. Быть может, это их даже пугает, но их страхи и их глупость не моя забота и не твоя. Я все тебе объясню, когда придет время. Сашенька, прекрати орать. Это не люди. Это был Орден Троицы. Ты так и не объяснил. Наверное, теперь это уже не важно. Они и до меня добрались. Теперь мне придется с ними разбираться. Так, боезапас увеличим, боезапас.